Григор Бородулин, сборник «Вечелле» 1986 года. Мы усмак наелися эрзацу и наслужилися по нам, по белоруску огрызаться одно, что засталося нам. С годами сживаюся с аксиомою, что адыходить сябра и знаёмые у незворотное подороже. Да все ж дагэтуль, покуль что верится, что лепши сябра однекуль вернется. А раптом, а может. Вяки вячистые и дни, живое, неживое, усё належит тишине с паниклой головой. Ці зорную беремся в ню, ці назаляем лику, мы только будем тишиню, глухую парадику. Такого б закілзать коня, каб устурив, да где там? Як не кричим, а тишиня володає сусветом. Мы только плодим метусню и робим тлун усіх. Нахабно будем тишиню, а урешті сами тихнем. Свой покинул сонный трон, сонул сын самотный сон, не спешается нигде, добрых деток спать кладе. Каб шукать потайный клад, запалила ночь ліхтар, вечер сбег за далягляд, спать плывут чародки хмар, колыхал колыску дед и заснул, як немовля. Спать утек заечий след, спять небесы, спит земля, мыши спять и спять коты, засынай худшей и ты. Закрутил будильник вуз, перестал гудеть гудок, от хрустни стомился хруст, лег медведь на левый бок.